Всем привет, дорогие друзья! В этой серии мы, короче, попробуем излечить вампирыча Альтаирыча. Да, в общем, дорогие друзья, это выживание вампиров, да, такой жизненный цикл вампира, я даже скажу. И прямо сейчас ставьте свой лайк, да, вот прямо сейчас, дорогие друзья, поставьте свой лайк. Давайте, раз, два и три. Все, кто поставили лайк, те молодцы. А еще подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Так, ну что ж, дорогие друзья, все сделали? Ну что ж, молодцы. Ой, нифига, а кто это меня ударил? О, нифига себе, а это кто такой? Слышь, парень, а ты кто такой? Ты, смотрите, это, по-моему, какой-то вампир-пацан, да? Смотрите, чисто вампир-пацан. Смотрите, какой... Какой быстрый! А откуда тут делает... Что здесь делает ребенок-вампир? Ты что, разговаривать не умеешь? Эй, эй! О, ну ты меня понимаешь, да, что я говорю? Ого, нифига, смотрите, чисто такой малявка. И это, и нифига себе, и обалдеть. Чисто ребенок-вампир мелкий. О, смотрите, куда он там пошел? Ого, ничего, смотрите, как прыгает. А ну-ка стоять, ну-ка подожди. Надо, короче, друзья, его поймать. Ну-ка, эй, ну-ка, смотри, 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 что у меня есть. Смотри, банка. Смотри, иди за мной. Так. Иди за мной, так. Какой, иди за мной, так, так. Угу. Сейчас мы его заманим. Иди сюда, иди сюда. Так. Сейчас дверь-то закроем. Опа! Так, ну все. Сейчас мы с тобой будем разбираться. Так, где у меня тут, короче, ящичек? Так. Сейчас мы с ним... Нифига, смотрите, уже, короче, умотал. А ну стоять! Стоять, вампир маленький! Ого, смотрите, смотрите, потекал куда-то. Текает, чисто текает. Надо его, короче, догнать. Ну вообще, смотрите, это какой-то вампиренок, турбо-вампиренок, реально. Что он делает? О, он, короче, хочет сжечь деревню. Обалдеть, куда он делся? Вампиренок. Вампиренок. Капец, куда он подевался-то? Ай! Нифига себе, ого, тут за мной охотник бежит на вампиров, так только текаем. Блин, главное, чтобы он ничего не поджег, он вроде нигде ничего не поджег. Ага, а ну-ка стоям бы, стоям, ого, тут уже этот бежит. Блин, смотрите, эти, короче, эти охотники за мной бегают. А ну, вампиренок, иди сюда, ну-ка стоять, стоять. Смотрите, какой он шустрый, блин, надо, короче, отбегать от этого охотника. Ай, блин, я нечаянно упал. Так, надо, короче, вампиренка достать. Так, сейчас мы, короче, попьем. Так, воды. Ну. Ну-ка, сейчас его перетянем. Вот так вот в воду, короче. Ну-ка, все, бежим за вампиренком, чертенком. Смотри, что он делает? Смотри, что-то смотрит. Смотрите, он пьет какое-то зелье. Да, чисто, смотрите, потекал куда-то. О, что он делает? Что он делает? А, ну-ка, ну-ка. Так, короче, друзья, надо, короче. Давайте его попробуем, короче, ударить. Да, ударить этого вампирен. Ух ты! Нифига! Ой, тут вообще все начинает гореть. Так, надо тушить. Так, так, все потушили. Так, все, он углубляется в деревню. Так, бежим за ним. Бежим за ним, за этим мелким засранцем. Смотрите, насколько он быстрый. Обалдеть. Смотрите, реально, насколько он быстрый. Так, все, бежим. Бежим. О, дождь надо отключить. Так, отключаем дождь. Так. Ой. Ай, тут на меня этот уже нападает. А где вампиренок-то? Куда он делся? А, вон мелкий бегает. Мелкий засранец. Ну-ка, иди сюда. Так, где он? Где этот? Где этот? А, вон он. Ну-ка, все, бежим, бежим за ним. Ну-ка. Ага, попался. Который кусал. Так, все. Смотрите, он реально, он пробует, короче, сжечь деревню. Смотрите, попытки. Так, смотрите, как быстро. О, смотрите, за ним гонятся. Смотрите, хотят, короче, чертенка поймать. Да, давайте ловить. Смотрите, всей оравой за ним бегут, за этим маленьким паразитом. Сейчас его поймают. Нет, смотрите, куда-то побежал. Так, ну-ка, давайте. Преследуем. Смотрите, уже все преследуют, короче, вампиренка. И я, и охотники на вампиров, короче. А он, смотрите, все текает и текает. Все бежит и бежит. Смотрите, он, по-моему, бессмертный. Слушайте, у меня, кажется, есть предположение, что это за вампиренок. Скорее всего, помните, мы главного вампира замочили? А это, получается, наверное, внук этого вампира, да. Внук вампира, и у него есть какая-то магическая зажигалка. Ну-ка, бежим, смотрите, что он пробует. Хотел дерево, смотрите, поджечь, но не получилось у него.
Ага, сейчас мы его... А ну-ка, стоять. Смотрите, пробует, пробует. Ой, ай, смотрите, они прям на меня напали. Ай-яй-яй. Нифига так, все, тушим, тушим. Где он? Где он? Куда он делся? Я вообще не вижу его. А, вон он, малявка, смотрите. Он пробует отель Элион, короче, сжечь. Да, ну-ка, преследуем, преследуем этого мелкого. Так, 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 все, тушим, тушим. Ай, блин, они уже меня бьют. Надо, короче, отбегать, отбегать, так. А где? А, вон он, вон он. Так, короче, что вы придумаете, как его в ловушку-то поймать? О, смотрите, он сам подпалился. Смотрите, уже как начинает. Нифига себе. Маленький, просто, смотрите, этот, сгусток огня бегает. Короче, ну-ка, сейчас, ладно. Ладно, ну-ка, ну-ка, парень, 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 ну-ка, пожи, пожи. Ну-ка, пошли за мной. Пошли за мной, пошли. Пошли за мной, пошли. Ага, так, ну-ка, пошли. Пошли, а то сейчас тебя эти поймают. Давай, забегай быстрее в дом, так. Ха, смотрите, он решил улизнуть от меня. Куда он делся? А, вон он, вон он. Смотрите, что он пробует сделать, а? Маленький вампиренок, ну-ка иди сюда. Мелкий проказник. Все, забегай в дом, ну-ка. Давай, забегай. Ай, блин, тут на меня этот рыпается. Ай, блин, нифига. Вау. Так, где этот вампиренок? А вон он. Все, сейчас мы его, короче, здесь закроем. Так, все, и на замок, короче, все, на замочную скважину. Ее, все, мы его, короче, поймали. Так, все, поймали. Так, теперь далее, далее. Итак, друзья, мы, короче, поймали этого беспризорника, вот этого, короче, вампиренка, чертенка. Так, все, он, короче, оттуда не выберется. Мы, короче, закрыли на замок двери. Так, теперь самое время вообще спасать Альтаирыча. Правда, у меня жизни капец мало. Пока мы бегали, короче, по... О! А вон и Альтаирыч, вампирыч. Так, маскировку подрубаем. Так, ну-ка, эй, Альтаирыч, куда он делся? Ё-моё, а, вон он! Смотрите, это он, по-моему. Смотрите, ныкается, ныкает. Ну-ка, подожди. Так, ну-ка. Ух ты, смотри, убегает. Они чё, это чё, вампирёнок, что ли? Они, это Эй, Альтаирыч, Альтаирыч. А, он же, короче, это, обезумел. Он всю свою семью ищет, короче, смотрите. Побежал куда-то. Эй, Альтаир, Альтаир. Нет, хорошо, ты, короче, в костюме охотника. А я-то не охотник. Куда он пошел? Ё-моё, да что с этими, блин, вампирами не так? Куда он делся? Он что, уже залез сюда, что ли? А вон он! Э, Альтаирыч, ты что делаешь? А ну-ка стоять. Капец шустрый, смотрите. Ну-ка, все, подожди, подожди. Сейчас семью твою найдем. Слышишь? Хочешь семью свою найти? Вот так вот, все, пошли за мной, пошли. Так, для начала, короче, надо, чтобы ты снял весь этот маскарад. Короче, иди сюда, заходи. Ну, тут как бы... О, блин, тут, короче, Элис стоит. Но, ну, ладно, короче, короче, разденешь себе при Элис, понял, да, Альтаирыч? Все, короче. Так, оба, все, закрыли. Короче, ну что, ждем, пока Альтаирыч переоденется. О, смотрите, Альтаирыч, вампирыч переоделся. Все, короче, друзья, теперь самое время Альтаирыча, вампирыча излечить от вампиризма. Да, Альтаирыч? О, а то смотрите, какой реально вообще страховый капец. Ладно, все, давайте, короче, все, пойдем, Альтаирыч, вампирыч. О, блин, дождь пошел, надо его, короче, отключить. Так, отключили. Так, все, пойдем, короче, Альтаирыч, вампирыч за мной. Давай, давай, двигай. В общем, дорогие друзья, сейчас будет кульминационный момент. То есть мы излечим вампирыча Альтаирыча. Так. В общем, смотри, значит. Пока постой, пока расскажу. В общем, смотрите, друзья, мы в прошлой серии, кто не видел, крафтили вот такой алтарь вампиров. Да, мы даже загасили главаря вампиров. И, в общем-то, значит, смотри, Альтаирыч. Тебе надо будет подойти, на него нажать, и будет все круто. И ты излечишься от вампиризма. И станешь снова крестьянином. Круто? Во. А вы, друзья, напишите, вы бы хотели, чтобы Альтаирыч излечился от вампиризма? Потому что он уже, смотрите, с ума реально сошел. Немножко. Да и выглядит страхово, смотрите, да? Не свежий такой Альтаир, скажем так. Ха, смотрите, да, реально? Ну, он вообще не свежий. Так, ладно. Ну-ка, дай я сам посмотрю, что здесь надо будет делать-то. А, блин, смотрите. Друзья, если мы нажимаем правой кнопкой, то появляется надпись «Обратиться обратно в человека. Вы потеряете все уровни и рипнетесь».
Офигеть. И смотрите, у нас, короче, соглашение, типа, да, либо нет. Офигеть. Так, нажимаем пока что. Вообще нет, не надо. Да, пока что нет. Альтерыч тоже нет, нажми. Капец, короче, дорогие друзья. Кто знал, что, чтобы, короче, перестать быть вампиром, надо рипнуться? Блин, это что же получается-то? Альтаир рипнется? А смысл тогда излечивать вампиризм, если человек все равно рипается? Капец, друзья. Что делать-то? Альтаир же наш брат, наш друг, наш товарищ. А если он выберет да, то он пойдет на корм? Да. Короче, дорогие друзья, напишите в комментариях, что вы думаете. Как помочь Альтаирычу, вампиручу? Потому что и вампиром он уже быть не может. И человеком тоже он быть не сможет, потому что он рипнется. Капец, да, Альтаир, головоломка. Блин, что же делать? А кто, ну-ка, подожди, может это все-таки обман? Ну-ка, смотрите, обратиться обратно в человека, вы потеряете все уровни и рипнетесь. Не, все-таки нет, выбираю. Так, что же делать-то, друзья? А, слушайте, слушайте. Помните, мы, короче, нашли перья. А, смотрите, друзья, у меня, помните, перо. Перо осталось. Одно единственное перо. То есть два пера мы израсходовали, а одно перо Феникса осталось. Кто не помнит, что это за перья, то поясню, они возрождают умерших. Короче, Альтаирыч, а ты так бы, ну, знаешь, если бы у меня не было пера, ты бы пошел на то, чтобы рипнуться? Эй, ты чё, обалдел, что ли? Дурак ли? Ну ладно, короче. Сейчас мы передадим перо Альтаирычу и надеемся... Короче, смотрите, друзья, сейчас расскажу план, кто еще не понял. Я сейчас передаю перо, которое возрождает Альтаирыча. Альтаирыч подходит к алтарю, выбирает излечиться, нажимает «да», и по идее он рипается и тут же возрождается, потому что у него будет перо. Ну, перо же, оно же сразу возрождает. Слушайте, по-моему, план вообще гениальный. Да, в общем, давайте. Короче, на, Альтаир, держи перо. Все, он взял перо. Ну все, теперь, короче, кликай по этой штуке. Нажимай «да» и смотрим, друзья. О, смотрите! Все, Альтаирыч стал Альтаирычем, а перо Феникса у него в руке стало обычным пером. Смотрите, получилось! Альтаирыч у нас живой, израсходовалось одно лишь перо, потому что он должен был рипнуться. И вы видели, прямо на ваших глазах он стал человеком. Глаза из красного превратились в обычные. Если вы не видели, друзья, то перемотайте. Это не монтаж. Я вам просто, я вам честное слово говорю, вот реально. То есть это перо, ну вы видели, оно работает. Да тем более вы в прошлых сериях видели, как я, короче, тоже из пера мог, короче, выжить и все. Офигеть, то есть мы Альтаирыча, смотрите, пожертвовали самое последнее перо Феникса. И Альтаирыч наш брат, браза, короче, стал человеком. Короче, друзья, это заслуживает лайка. А еще мы сейчас, короче, Альтаирыча приведем к семье. Пойдем, Альтаирыч, там же семья твоя тебя ждет. Во, так. Короче, дуй за мной, Альтаирыч, теперь ты не вампир. О, что за фигня? Тут стрекоза летает, офигеть. У меня очень мало жизни, друзья. В следующей серии, я так понимаю, будет настоящая жажда, настоящий голод вампира. Так, в общем, Альтаирыч, честно говоря, с тобой я идти не могу, хотя я и подрублю маскировку. Ладно, поплыли, короче, Альтаирыч. Так, маскировку я подрубил. А, теперь коровка меня еще кусает, ё-моё, все кусает. В общем, давай, Альтаирыч, плыви, плыви. Надо главного мимо этих амбалов мне пройти. Тебе теперь не страшно, теперь человек. Все, заходи сюда. Давай, забегай, Альтаирыч. Во, все. В общем, все, Альтаирыч. Во, смотрите, он уже с сыном разговаривает, с Харитоном. В общем, смотри, тут все твои, твоя семья. Тут даже стражница пришла, вот. А теперь посмотри, залезли сюда, полезли, короче. И здесь как раз находится Анастасия и Элизабет. Вот они. Давай, прыгай ко мне сюда. Давай, иди сюда. Во. Обалденно. Короче, смотрите, дорогие друзья. В общем, Альтаирыч все, встретил свою семью. Он воссоединился. Сегодня был реально жизненный цикл вампира. Мы увидели самого маленького вампира. Видели обычного вампира меня. И видели вампира-старика Альтаирыча. И мы его излечили. Теперь это человек.
В общем, дорогие друзья, ставьте лайки за счастливый конец, за хорошую концовку, за отличную серию. Подписывайтесь на канал. С вами был Евген Бро. Ой, блин, нечаянно твою жену шлепнул. Ладно, с вами был Евген Бро, Альтаирыч, Вампирыч. Он мне тут нападал, то что нечаянно. В общем, все, он утешает эту жену. В общем, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите Евген Бро, Альтаирыч, Вампирыч. И всем пока-пока!